29 декабря, 16 год, Харьков. Вот это сталагмитик. Сталактитик. Сталагмитик, сталактиты, сталагмиты. Так, памятник Шевченко. Чтобы было понятно, где это у Харькова, кто в курсе. Не спускаться опасно. Были желающие спуститься. Хотя, в принципе, я не удивлюсь, если найдутся желающие залезть. Матерь Божья, красиво как, а? Ночью это еще и подсвечивается. В принципе, уже сумерки. Вот это оригинально. То есть фонтан. Просто подавали понемножку воду. И ветер, мороз. Сейчас плюс один, но в принципе хватило морозных дней. Вообще красота. То есть вода там идет перманентно, я так понял. Ох, прям какой-то, как лев. Я больше на верблюда похоже. Ну, супер, просто супер. Надо сюда в солнечный день прийти. А тут какой-то греческий профиль выглядывает. Бородатый. Тесты Роршаха. Я, наверное, на видео не будет такого впечатления. Очень красиво. Будет он здесь стоять, я так понимаю, да? Будет расти до самой весны, то есть до потепления. Будут подавать здесь воду. Вообще красота. Отсюда вообще создается впечатление, как вырывается голова, локти вверх разведены. Вообще супер. Ладно, подождем, пока свет освещение включат.